книге о 60-х писатели Александр Генис и Петр Вайль называют космос фундаментом советской утопии и пишут о первом полете и его герое так. 12 апреля 1961 года недоступное и вечно желанное небо стало ближе. Оно перестало быть прежним, потому что Гагарин оплодотворил его, как мужчина оплодотворяет женщину. Но в этом было целомудрие и красота древнего мифа. В этой изящной метафоре авторы поднимают Гагарина символа еще выше, чем успел побывать Гагарин-человек. Он готовился к полету советским лейтенантом, а вернулся из космоса майором и полубогом. При этом совмещал образы героя и простого парня. Именно так о нем вспоминает житель Барнаула Петр Ганжин, ветеран космических войск, который работал на Байконуре и запускал в космос самого Гагарина. Но обычный, советский, простой человек, компанейский, душевный был, веселый. Веселый – это про него. Виток вокруг Земли сделал Гагарина героем, а фирменная улыбка – суперзвездой. Его подвиг пришелся на оттепель, поэтому триумф советский офицер праздновал и в монархическом Лондоне, и в капиталистическом Париже. Он и был тем самым человеческим лицом социализма. Я обыкновенный русский человек. Каких у нас в Союзе очень много. Такой же, как десятки и сотни тысяч советских юношей и девушек. Гагарина помнили, но о человеческом лице забыли быстро. Доктор исторических наук из классического университета Вячеслав Должиков считает, что полет в космос вскружил голову не космонавту, а партийной верхушке. Все-таки у членов ЦК вестибулярный аппарат был развит слабее. Все общество сплотилось. Вот это было просто неповторимое время. Я думаю, что, к сожалению, мы этот ресурс не использовали. В 1962 году началась конфронтация вокруг Кубы, Карибский кризис. Ну а самое печальное это то, что в том же году состоялась трагедия Новочеркасска. То есть расстрел рабочих, собравшихся на стихийный тоже митинг. Советское руководство, считает историк, не воспользовалось шансом. Так можно сказать, если считать рывок Гагарина символом свободы. Он им, безусловно, был. Но вместе с космической едой и оборудованием в капсулу с молодым уроженцем Смоленской области положили другой важный груз – идею советского имперского величия. Это уже мнение ученого Ольги Скубач. Имперское чувство, оно, в общем-то, базируется на ощущении всегда – недостаточности пространства. В середине 20 века космическую тему поднимали, как известно, в общем-то, могли себе позволить только две страны, да, это США и СССР. И обе страны, тоже не случайно, они ведь опоздали к колониальному разделу мира в свое время. И вот эти как бы имперские амбиции, да, они, в принципе, не могли, в общем-то, иначе, да, воплощать. 20 век отнял возможность завоевывать новые территории. Доцент педуниверситета считает, что реализовать свои амбиции империи могли, осваивая прежде необитаемые пространства – Арктику и космос. Оттого полярники и космонавты в советские времена приобретали одинаково почетный статус. В наши дни остались лишь следы. Проспект Космонавтов и улица Челюскинцев, конечно, важные артерии, но далеко не центральные. И все-таки космос снова становится популярным. Вот, к примеру, ученик 6 класса Ярослав Караченцев мечтает стать летчиком или программистом, увлечен космосом и легко объясняет, что такое черная дыра. Она черная, потому что она притягивает весь свет в себя, и он просто не может отразиться от нее и вернуться назад. То есть из-за этого она кажется черной. Если черная дыра возникает из массивной звезды, то Гагарину до такой трансформации далеко. Он не прекращает излучать свет и остается одним из немногих чистых символов советского времени. А к звездам тянутся все. Андрей Дриер, Николай Шилко, Александр Антропов. День с толком.